В рамках чемпионата Ленинградской области по волейболу в минувшие выходные встретились команды Кингисеппского и Ладейно-Польского районов. Встреча прошла в физкультурно-оздоровительном комплексе Ивангорода. С первых подач инициативу захватили гости – волейболисты Ладейного поля. И хотя у них не получалось уйти в отрыв более чем на несколько очков, тем не менее все попытки догнать соперников у кингисеппских спортсменов не получились. И хотя окончательный счет на табло 0-3 показывал уверенную победу волейболистов с берегов Свири, нельзя сказать, что кингисеппцы были мальчиками для битья. Все партии проходили в упорной борьбе и заканчивались с минимальной разницей в счете. Увы, не в нашу пользу. Сейчас команда Кингисеппа находится в середине турнирной таблицы. Елена Афанасьева, Игорь Овсиенко, телеканал «Ореол».